Имена, которые украшают зарубежные афиши, артисты, чьи выступления ждут на крупнейших классических площадках. В регионе открылся 8-й международный музыкальный фестиваль «Белгород Мьюзик Фест» от классики до джаза. Чем поразил зрителей первый концерт? 70-летний мастер, который изобразил на полотнах всю свою жизнь. Молодая художница, стоимость картин которой на аукционах достигает 100 тысяч долларов. И умельцы, которые ткут ковры. Корреспонденты «Мира Белогорья» проводят телевизионную экскурсию по трем самым интересным экспозициям Старого Оскола. Чтобы праздники стали ярче, фонд поколения Андрея Скотча подарил световое оборудование Валуйской школе-интернату для слабовидящих детей. С какими номерами ребята собираются выходить на школьную сцену?